Ну, во-первых, поздравляю вас с отличной игрой. Все-таки в концовке не хватило сил на забросить еще как минимум одну. Как оцените игру сами? Игра хорошая. Ребята сегодня выполнили задание. Все, что я от них хотел, они сделали. Хороший матч. Спасибо им большое. Большую часть, ну, половину примерно поединка вели в счете. Но не останавливались, не закрывались. Возможно, стоило более, ну, когда сосредоточиться на обороне или хотели забить еще? Да, нужно было немножечко дать сидеться, но ребята все-таки хотели забить, и поэтому пропустили. Ну и последний вопрос. Третья пятерка, возможно, ну, почему решили не выпускать их, ребят, на лед? У нас сейчас ситуация такая, к нам приехали люди, то есть третью пятерку мы сейчас в паузе будем готовить. Я думаю, что у нас три звена будет. То есть вот такая ситуация. Хорошо, спасибо большое. Поздравляю с победой, Сергей Владимирович. Я так понимаю, это самая сложная игра пока что в сезоне или были более сложные? Нет, она не настолько сложная, насколько, ну, мы бросили под 60 бросков. Не могли никак забить голы, поэтому где-то столкнулись с трудностями. Соперник правильно играл в обороне. Было везение, ребята Волков отдавались. Поэтому и везение у них было. Ну, я ни на секунду не сомневался, что мы сломим сопротивление их. Просто что хотелось бы поспокойнее. Но за это и любят болельщики хоккей. Болельщики сегодня лучше, спасибо им. Вчера вы говорили, что игра будет более веселой сегодня. Прогноз оправдался? Ну вот она такая веселая получилась. Для нас было тяжело, это хорошо, это только на пользу. То есть, ну, именно через такие матчи, я так понимаю, команда наберет оптимальную форму именно к плей-офф? Ну, в принципе, сейчас я бы не сказал, например, что именно через этот матч мы что-то наберем. У нас сейчас будет перерыв, хорошо поработаем, подготовимся к концовке регулярки. Дальше плей-офф. Хорошо, спасибо большое.